первой части статьи «Применение Agile Kanban для автоматизации работы городской больницы» ведется описание гибкой методологии Agile, а также метода Agile Kanban, который представляет собой формирование доски задач или доски Kanban. А далее ведется идентификация требований, которая, собственно говоря, предъявляется к будущему программному продукту, для чего формируется бэклог продукта, в котором требования также разбиты по бэклогу итераций. То есть каждое требование сопоставлено с той волной внедрения, где оно будет реализовано. На начальных волнах внедрения ведется проектирование бизнес-процессов с использованием графической нотации UML Activity Diagram как на верхних, так и на нижних уровнях проектирования. Формируется описание бизнес-процессов в моделях as is и модели to be, для чего на конечном этапе также подготавливается карта бизнес-процессов, которая демонстрирует все операции, которые будут выполняться согласно ключевому бизнес-процессу системы. Более детально вы можете ознакомиться со статьей. Ссылка на текущую статью прикреплена в видео.